Обществу ветеранов Ленинского городского округа ни много ни мало, а уже 35 лет. За эти годы состав значительно обновился. Сегодня здесь не только участники Великой Отечественной, но и офицеры других боевых действий. Ведут патриотическую и воспитательную работу. Даже в этом году, несмотря на сложную обстановку, провели ряд мероприятий. Хотелось бы поблагодарить всех, да, принимали участие все, но вот как бы отдельно, хочу именно нашего руководителя военно-патриотической комиссии Олег Федорович. Он же является членом правления фонда «Щит правопорядок». Мы первые в Московской области, да, ветеранская организация, заключили соглашение о совместной работе по военно-патриотическому воспитанию. Всего более 50 мероприятий. Это только за 2022. В частности, выставки, посвященные годовщине службы внешней разведки, а также уроки мужества. Обо всем об этом актив общества ветеранов говорил на ежегодном подведении итогов. Формат заседания праздничный. За чашечкой чая в гости приехала заместитель главы администрации Ленинского округа Татьяна Квасникова. Вы удивительная команда. Вы та общественная организация, которая... вот так много делает, вы все абсолютно все очень неравнодушные и очень заботливые люди. Берегите себя, живите долго, это очень важно. Вы гарант безопасности завтрашнего дня. От имени главы Ленинского городского округа я примите, пожалуйста, очень хочу передать слова глубочайшего уважения. Много говорили о создании памятных табличек, переименовании улиц и скверов. К такой инициативе администрация муниципалитета всегда относится с интересом. Конечно, не забыли представители общества ветеранов и о предстоящем зимнем празднике. Поздравили друг друга с Новым годом и пожелали, чтобы все мечты исполнялись. Поздравляю с Новым годом. Можно, я хочу сказать, чтобы было все именно вот так. Чтобы были только хорошие новости. А самое главное, чтобы мы возвратили свое привычное состояние, и на нашей планете был мир, и мы вышли из этой СВО победителями. От главы округа Татьяна Квасникова передала ветеранам памятные подарки. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.